добрый вечер. К ночи влияние циклона уменьшится, атмосферное давление в Латвии начнет понемногу повышаться. Ожидается переменная облачность без осадков и только на востоке местами еще возможны небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер умеренный, северный, северо-западный на Курсовском побережье с порывами до 15 метров в секунду. Минимальная температура воздуха плюс 7, плюс 12 градусов. Днем в Латвии придет антициклон. Ожидается солнечная и сухая погода. Ветер Умеренный северной на побережье с порывами до 15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха плюс 15, плюс 20 градусов. В Риге к ночи облачность рассеется, осадки не ожидаются. Температура понизится до плюс 10, плюс 12 градусов. Не устарится солнечно и сухо. Ветер северный с порывами до 13 метров в секунду. Температура плюс 16, плюс 18 градусов. Медицинский тип погоды второй, благоприятный. В воскресенье в Латвии малооблачная погода, температура ночью плюс 2, плюс 10 градусов, днем плюс 18, плюс 22. На побережье плюс 15, плюс 18 градусов. На этом у меня все. Хороших выходных и до свидания.